Снежная королева, может, куда-нибудь зайдем? Да. Мне кажется, музыка Снежной королевы похожа на «В мире животных». Сходство какое-то, да? Сходство, да, такое небольшое. Скотство. 75 тысяч рублей. 75к. Прикинь, сколько животных зарезали на белом. Так ты только в ярость не впадай. А животные такие бегали, жить хотели. Как и вы. Это настоящий мех, что хочешь сказать. Провоцировали всех. Ну, таких изделий должны обязательно быть. Сертификация именно вот. Шерстик. Добрый. Да мы вот спорим, сколько норок убили ради этой, этой шкуры. У меня дома норка живет. У меня дома норка живет. У нас есть разрешение на эту съемку. Нет. Нет. Я конкурентам буду давать видео. Они мне просто сказали сделать рейд, чтобы у вас, ну, проверить на сертификацию. Есть у вас сертификация на все меховые изделия. Есть. А можно вот на изделие вот посмотреть, где она именно у вас клеится? Покажите. У нас суть чипирована, все. Ну, а у вас какие документы? Русские или какие-то? Какие-то я жалею, как покупатель, ничего у меня нет. Всякие ну, нормально, что есть приложение, в телефоне, чтобы проверить сразу. Да, ну вот тут есть этот, как я. QR-код? QR-код, да. Посмотрим, может. А это ваша фабрика или нет? Вот лично у меня ничего нет. Не имею в виду магазин. Вы же, мы же не к вам домой пришли. А не закрывайте, пожалуйста. Пашка примеряет мне. У него размерчик. Да? Мы натянем, он любит облегающий. Нет? Ну я не думаю, что он так. Ну на крайняк другому Пашке натянем. Это большой, крупный парень. Большие у вас есть размер? На вас? На него. Я думаю, мы тогда лучше с вами придумаем. Я не могу просто шкуру покупать, мне жалко. Это же животное. Вам не жалко? Лично мне нет. Нет? Нет. Я не могу, мне жалко. Ну жалко, вы тогда не покупаете. Не, не, не. Я еще зеленых натравлю на вас. Я пошту. А из меха приматов есть что? Нет. Нет? Странно. А то у нас обезьянка одна пропала просто. Вы думали, может, ее на меха пустили? Нет. Нет? А этот нашел? Да, сейчас. Давай проверим. Просто если она натуральный мех, то Павлик, может быть, купит. Ну-ка, открой. Он, ой, он же не покупает, а просто так у них дома валяется. У них шубное хранилище, как у этого. Якунина. Как его? Что-то он называется. Что-то паленый кот какой-то. По-любому. Какой нет, ничего у нас паленого нет. Это у вас приложение паленое. Паленое? У меня что-то близко. Паленое приложение? Как-нибудь развернусь. Даже. На мой проход. Не хочет. У тебя просто счетчик. Приложение плохое. Паленый у вас. У нас ничего паленого. Норка не та была. Все нормально у нас. Я братишки помню. О, веб-сайт. Чек, налог. Сейчас я сниму. Ну-ка, что там происходит у нас? Там будут писать, сколько убили норок ради этой прелести. Чек, маркировка, налог.ру. Женское полупальто меховое из норки. Страна производитель Китай. Китай. Бренд. Flam Feather. Искат рейд. Декларация соответствия даже есть какая-то. А искат рейд это вы? Да, это он. Искат рейд? А, Снежная королева, да. А этот, как его? Покажите, где у вас тут написано, что это Китай? Все из Китая сейчас нынче везут. Ну там дешевле, чем правда. Ну да. Рабочая сила дешевле. Кстати, в России уже дешевле рабочая сила. Да сейчас вообще бесплатно будет. Я же работаю с китайцами. И в Подмосковье шлепают у нас тут. Мадин Тхина. Тхина. Ладно, что, ты будешь ее мерить? Нет. Ты же хотел. Мне вы обещали, что если нормально будете мерить. Павлик, мерим. Мне нельзя вообще. Меня, если жена увидит, что я мерю, она меня выгонит. Вы записывали, было все четко слышно. Нет, все будет нормально, Павлик будет мерить. Павлик, да. Мерьте. А он Павлик? Нет. Давайте теперь решайте, какой нет, Павлик. Или это не ходит. Оба, может, первый снимать я. Давайте тогда одну шубу мы оба намерим. Давайте. Да, на двоих. Ради бога. Раз ее брали, ее мерим. Теперь снимаем. А это не налезет. Вот на него не налезет, на меня налезет. Нормально, нам для фотосессии пойдет. Это какой размер? Я вам подберу ваш. Ну это какой? Ну какой? 46. Раз заставляю. Меня тут уже претензии один раз заставляли писать в кинотеатре. Пишите, говорит, претензии. Вот реально, прям представляю. Не говори, все нормально, если у вас не лево, буду мерить. Говори, нет. 46-й ваш размер.
Не дай бог, я не буду красиво выглядеть. Очень красиво, даже помаду надо. Слушай, я таких типов в GTA видел. Так надо ходить. GTA. Вот вы можете так. Примата потеряли, думаю, теперь вы его нашли. Он на месте. Да? Да. Ну слушайте, мне, кстати, нравится. Тебе идет, кстати, нормально, только более мужскую вариант найти какой-нибудь телогреечный. Мужка есть? Что-то звонит. Жена звонит. Все, спалил. Я же вам говорил, жена убьет. Она почувствовала, что я одел, короче, из бедных хорьков. Придется брать. Я не буду брать. Ну, телефон, имею в виду. Нет, шубу бери. Шубу бери. Ну, конечно. Сейчас пойду микрофинансовые кредиты возьму. В карманы даже есть. Жалко, что ничего нет в карманах. И внутренних нет. Женщиной пахнет, короче, кто-то уже носил. А правда, что работники берут шубу и ходят курить? Нет. Что за бред? Нет, я не знаю, я спрашиваю, правда или нет. Нет, конечно. А вот как он превратился. Ходят. У нас везде камеры, все фиксируют. Ну, спасибо. Здоровья. Ну, это тебе больше идет. Это китайский тоже, кстати. Вот это сколько стоит шуба? 89 тысяч. Ну, это в 10 раз дешевле. И тоже идет. О, чеканул, говорит. А он прозрачный, я его не заметил. Он сейчас совсем. Что еще можешь? Шапочку? Шапочку будешь мне? Пойми шапку, глянем. Шапочки, я себе нормальную шапку купил. А и шапка с бородой. Не борода, а шапка. Все женское. Да? Там, которые тянутся, если вот этого тянется шапка. Можно любую бошку натянуть. Нет. А, это женский. Шапка сказал, женские, очки женские. Ты же говорил, что у тебя шапка пропала. Да. Ну все, вон, бери. Бесплатно. Зато ты знаешь, какой фрик будешь, все на тебя будет внимание обращать. Ну, и в твоих очках еще. Где-то сынок. 6К стоит. 64. Фигня вопрос вообще. Ну, не так прям, но прилично. Ладно, что, пойдем еще где-нибудь. Ну тут все женское, да, я так понимаю? Ну, смешная же королева. Где мы себя можем увидеть? А, наверное, нигде. Если бы вы ругались, скандалили, тогда да. Да, как обезьянка. Кстати, охранник тоже, когда проходит, нагибается, мне счетчик. Может, сделаем им кассу за сегодня? Ну, у них там какой красивый парень там стоит в сером пальто. Да? Угу. Лыбу давит. Можно гуляем? Что, да? Они нагибаются, а ты им накручиваешь. Павлик Телеграм накручивает статистику. Нет, там, наверное, какое-то количество должно быть. Количество пройденных человек. Того. Ну что ты, пойдем. Там еще до сотни, даже не это. Не дошло, ребят, где? Целый день стоит. Короче, маги тут нет.